Club. Europe, we are coming! Всем привет! Мы снова здесь, на Тофик Баграмова. И сегодня есть шанс, исторический момент. Карабах может впервые выйти в плей-офф Лиги Европы. И сегодня вас ждет небольшой сюрприз. Garibedirleri, otsil seferleri gezip Kalkın kamandasın nezip Gelsin kubokların sesi Köye hayat yolu, Bağırov'un batalyonu Bir bak soyuk olur, fakir gizli stadyonu Değerini tutar senin ahı kim Sensiz geçen günlerimin içini sik Çıktırmalı ki Çiğin çiğin adı gengim, agı rengim rengim Şaşma köt başlatma dağla rengin engin engin Gagalar sağdan soldan çiğin çiğine dur tullan tullan vur Oyunda heyecan tonlan seferler ettez yollan yollan dur Birolar çanta sabi tahta çoktur vaço var her bir Egidemiz mehrur teksiz bizi yandı grand mecbur 1-9-5-1 liganı mehvettik geçti Çempiyonluk geçti karar ver test seçmi meharet test seçti Tayfamız asıl Qarabağ diri bamiye tarihi yazır Pepeha basır çikledir ayakta tezden cüt ağacı tasır Sutka basır ey azar keşe hüküm yazır ey Karali bası gain hamvız tayfanın bacı alkası ey Liga bizim kubok bizim Avropalar bizim Tarih bizim size sürünürsüz dizin dizin Geri dönürük Qarabağ bizim deyip ölümü Dağdan kahramanlar görünür dağlayır könlümü ey Maga yeri görünür ey Ürey senle döyünür Sağım solum gaga bitte başta balaklava London, Marsel, Praga ses alırık Avropada Davalar dalbadal talpalar galmagal bölmeler Golları gandala salmaga Of kimi bul para Harry Bach Boyuna şarkı tak Tribuna da şah En büyük imaret En büyük Qarabağ En büyük Qarabağ Burada da imaret Burada da imaret İmaret Burada da imaret На этот раз у меня свой номер. У меня небольшие челленджи есть сегодня. Первый это закинуть майку Чичи с росписью. Потому что победитель не явился, не позвонил. На один из секторов прям кинь туда. А также второй это закину футбольные бутсы Nike. Просто первого попавшегося кину, кто поймает, этот заберет. Пришел на футбол и получил футболку один, а другой может получить бутсы. Клевые подарки, не? Я буду кидать мяч болбоем и вообще все, кто здесь стоят, постараемся, посмотрим, у кого какой прием, техника мяча. А, бегу, heads up. Молод? И чеби. Гараба. Бесты гараба. Чисты гараба. Чисты гараба. А? Чисты гараба. Чисты гараба. И чисты. Я приятно удивлен, я увидел грузинский флаг на трибунах. Начался!
пробежать 100 метров и потом сразу врубиться в игру и следом за этим Карабах. Впервые в истории Карабах может выйти в плей-офф, а там нас могут ждать Галатасарай, Милан. Не успели некоторые болельщики сесть на трибуны, как Карабах уже открывает счет. Ничего, кто не успел, тот может зайти ко мне в YouTube, подписаться и посмотреть гол в хорошем качестве. Зубир получает повреждение, надеюсь, не серьезное. За колено схватился. Холодную погоду это очень больно. Dalgası Azerbaycanlılar tərəfindən Avropa Liqasının oyunda. Zubir! Bazi! O yuxarı olsun! Zubir Zavuzov dövdər bu arada! Ramakivic Leandro! Опасное столкновение Бадави Хусейнова и вратаря. А, это было очень жестко. Что? Жунинио попали кое-куда. Да, он показывает, что это очень больно. Дайте 5 минут. Сейчас пройдет все. Он говорит. На Зубира. Зубира на троих. Хорошо, одного обыгрывает. Идет на вторую. Ой-ой-ой, финт Роналдо, браво! Джабаргулиев между ног прокидывает. Еще дальше. Хорош! Что они творят? Об него. Ой, браво, браво, Бензо! Прямо на трибуну, где мы сделали сыр, я сейчас закину бутсы. Кто поймает, тот поймает. Я ваш! О! Бензи! Удар по воротам! Гол! Гол! Голландо! Бензо! Гол! Бензи забивает второй гол! И первый тайм подходит к концу! Второй тайм уже начался, что-то мы там заговорились. 2 минуты уже как идет матч. Бахлу спасает ворота. Зубир что за проход сейчас сделал, перекидывал черпачком. Бензи не смог дотянуться до мяча, чуть-чуть не хватило совсем, чтобы сделать счет 3-0. Роналдо! На Роналдо Карабах ты! Пена Баку, Пена Бланко с кардашты, меня на мент хардрам Лос Галактикос, бля. Лос Галактикос, ала. Лос Галактикос, ени хесап, инстаграм, да. Я хыл бы, бля. Кири бах, калла, да. Кириш не гадарды. Бешматтан, аншалай. Элла, вел дэнши эхтиаджо. Оданиш, оданиш, сэс. Оданиш, сэ, бешмат. Поздно на стадионе Тофик Бахрамова, я впервые это вижу. Как обычно, мы с Оликвером сделали сы. Такого в мире никто не делал. Шейда, я ли
Чемпионлар Лигасы, Европа Лигасы, я не görmemişim. Yok, elemirler. Bunu biz elemişim. Hadi bin. А сейчас я буду кидать майку Чичи. Какой же сектор выбрать? Какой же сектор выбрать? Ассистент мой сегодняшнего матча Аликбер Алифутбол. Her vaktiniz keyif, hürmetli izleyiciler, Nugi, Nugzar, Nugzar Kvirtiya kanalına her birinizi hoş gördüğüm ve bugünleri biz sizinle birlikte artık yakında uzaktan gelenler kimi bu kanalda Azerbaycan dinleyicileri ve Nugzar bugünleri Cican'ın formasını bu hansısa tribunun birine atacak ve ümit ederim ki her şey yakışı olacak. Budur, forma buradadır, Cica buradadır. Все-таки то. Так, ребят, приготовились, сейчас буду закидывать футболку. Так, погнали! Да. Девочка поймала. Поймала, но поделилась с ребенком. Это очень крутой поступок. Поздравляю, вы лучшие. Судья посмотрел ВАР. Ой-ой-ой, по-моему, удаление будет сейчас. Беговича. Беговичу красную карточку. Я, если честно, не понял вообще, что произошло. Так, на 55-й минуте Карабах остается в десятером. Жалко, что в следующем матче не примет участие Вегович. Это очень большая потеря для Карабаха. Никиса Курьевтайлович. Olacak. Kırmızı karta bakmayarak olabilir. Zubir'den gol gözlüyorum. Juninho. Lunyov сейчас что-то сейв был. Нереальность. И вновь спасает защитник Карабах. Что творит в защите? Ой. Ой, геше. Нормально. Подави Гусейнов срезает мяч в свои ворота, к сожалению. Нелепый гол, конечно. Но Хакин по-другому не мог забить. Хотел перехватить мяч, но не получилось. Ничего страшного, надо поддержать сейчас. Да, все! Все! Ебон! Исторический момент! Карабах плывет в Лиге Европы! Поздравляю! Вау, вот это фейерверки! Пойдем сейчас праздновать вместе с Карабахом. Они в центре поля там празднуют, прыгают. Табриклан! Табриклан! Поздравляю! Поздравляю! Давай так! Брау, брау. Поздравляю! Спасибо. Поздравляю! Камоне! Наконец-то! Наконец! Yeah!
Наконец-то! Я хотел другое сказать, какой забил! Хорошая шутка! Ну ты будешь пойти! Не ставит, блин! Окей! Без майки мы вас не оставим, правильно, Амин? Да. Фишка у карабахцев больше, что сердечки вот эти, смайлики рисовать. Аминь. Сегодня заснул в 8 утра, хотел быстро для вас сделать этот выпуск. Чтобы выиграть форму Амина с его росписью, вам нужно угадать в комментариях его любимого футболиста. И сам Амин вручит вам эту футболку. Надеюсь, вам понравился выпуск. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и советовать своим друзьям. Увидимся в следующий раз на стадионе уже в плей-офф Лиги Европы. Ну, как всегда, у меня на канале жарко. Оставайтесь со мной, а мы погнали дальше.